Здравствуйте, участники активного долголетия. Сегодня мы с вами выполним комплекс упражнений для всего тела. Делаем глубокий вдох и выдох. Ноги ставим на ширине таза. Вдох, шея длинная, плечи, лопатки вниз. Подбородок чуть приподнимаем вверх и делаем глубокий выдох. Делаем вдох, руки разводим в стороны и глубокий выдох с наклоном вниз. Выдох. Делаем опять вдох и глубокий выдох с наклоном вниз. Делаем 6 повторений. Вдох и выдох. Выпрямляем спину, плечи отводим назад. Копчик направляем вниз, таз вперед. Подбородок опускаем вниз и поднимаем вверх. Растягиваем мышцы шеи. Следим за положением туловища. 8 повторений. Голову приводим в исходное положение и повороты головы вправо. Нижняя челюсть параллельно плоскости пола. И влево. Вдох и с выдохом. Вдох, с выдохом. Движение делаем плавно, медленно и аккуратно. 8 повторений в каждую сторону. Наклоны головы. Ухо тянем к плечу. Плечо вверх не приподнимаем. Вдох, с выдохом в другую сторону. С выдохом. Растягиваем всю боковую поверхность шеи. Хорошо. Наклонили голову в одну сторону. Положили руку аккуратно на височную кость. Другая рука на плечевом суставе. И создаем небольшое давление на голову. И растягиваем всю боковую поверхность шеи. Руку смещаем на макушку. Разворачиваем подбородок вниз. Опускаем подбородок в еремную ямку. Следим за плечом. Плечо направляем назад. И растягиваем заднюю боковую поверхность шеи. Движение медленное и аккуратное. Дыхание не задерживаем, дышим. Дальше аккуратно переводим рукой голову в центральную точку. Добавляем вторую руку в замок. Размещаем руки на макушке. И аккуратно округляем верхний отдел спины. Подбородок опускаем вниз и растягиваем длиннейшие мышцы спины. Приподнимаемся вверх. Голова находится в исходном положении и все то же самое проделываем в другую сторону. Наклон, добавили руку, сместили руку на макушку, развернули голову вниз, направляем подбородок в еремную ямку. И направляем голову в центральную точку. Растягиваем верхний отдел спины. Возвращаем голову в исходное положение. Делаем глубокий вдох. С выдохом руки в замок. Руки параллельно плоскости пола. Шея длинная, плечи, лопатки вниз. Работаем вверх. Руки на линию затылка. И круглая спина. Выдох. Вдох и выдох. Выполняем 6 повторений. Делаем вдох, восстанавливаем дыхание. Одну руку поднимаем вверх, ноги ставим на ширине таза, копчик направляем вниз. Выполняем наклоны в одну сторону, очень аккуратно и плавно. Если у вас рука устает, можно ее положить на плечо и растягивать боковую поверхность туловища. Выполняем 10 наклонов в одну сторону и 10 наклонов в другую сторону. Следим за положением таза. Ноги слегка согнуты в коленях. Выдох и вдох. Дальше руки в замок. Голова ровно. Подбородок чуть-чуть приподняли. И начинаем очень медленно и аккуратно тянуться по диагонали вверх, но шея длинная. Растягиваем, вытягиваем расстояние между ребрами и тазом. Руки в замок, потянулись. Переводим руки немножко вперед,
по диагонали вперед. Вытягиваем всю широчайшую мышцу спины. Дышим, дыхание не задерживаем. Дальше растяжение в сагитальной плоскости, в центр. Подбородок опускаем вниз. Поднимаем руки вверх и опускаем вниз. Немножко передохнули, подышали. И все то же самое сделали в другую сторону. Руки в замок. С выдохом наклон по диагонали. Приподнимаем ребра. Уходим в диагональ еще больше. Как будто накрываем себя как-то крылом. Лопатку тянем в потолок. Растягиваем широчайшую мышцу спины. И выходим в центральную точку. Вытягиваем спину. Аккуратно возвращаемся в исходное положение. Руки стряхнули. Следующее упражнение можно делать возле стула или около стены. Я подойду к стене для того, чтобы держать равновесие. Встаем, ноги на ширине таза. Выпрямляем спину, поднимаем подбородок вверх, можно около стула. И начинаем движение отведения бедра, вращение в тазобедренном суставе. Колено направляем в сторону и следим, чтобы опорная нога вместе с туловищем не разворачивалась за работающей ногой. Делаем по 6 повторений каждой ногой. Хорошо. Берем палочку, становимся ноги широко. Палочка перед собой, выпрямляем спину и очень аккуратно, с ровной спиной, направляя ваше колено в одну плоскость с мыском, следим за этим, начинаем приседать вниз и подниматься вверх. При приседании держим ровно спину и ягодицы, таз направляем вперед. Как бы поджимаем ягодицы, таз направляем вперед. Производим приседания. Выполняем 10 приседаний. Ноги аккуратно собираем. Стряхнули ноги и отдохнули. Второй подход. 10 приседаний. После чего кладем палочку. Она нам еще пригодится. Ноги ставим на ширине таза. Выставляем одну ногу вперед. Нога, которая осталась сзади, сгибаем ее в коленном суставе и делаем вытяжение задней поверхности бедра. Ровное положение спины. Ровное положение спины. Растягиваем заднюю поверхность бедра. Если у вас хорошая растяжка, вы можете наклониться ниже, но следите за положением спины. Спина ровная. Лопатки тянутся к пояснице. Хорошо, следующее. Эта же нога, носок потянули на себя, растянули икроножную мышцу, подбородок приподняли вверх, спину выпрямили и животом тянемся к бедрам. Поставили ногу, вернули в исходное положение, выставляем другую ногу, стопа, обе стопы на полу. Животом наклоняемся к бедрам, растягиваем заднюю поверхность бедра, растягиваем, стопу направляем на себя, пальцы ног на себя, подбородок приподнимаем, ровное положение спины. Хорошо, ноги собираем, ставим их чуть пошире, опора ладонями опираемся на бедра и вытягиваем. Спину делаем прогиб и круглая спина. Вдох, подбородок прячем в еремную ямку и выдох. Подбородок приподнимаем вверх. Выполняем 4 повтора. Вдох и выдох. Сделали 4 раза. Аккуратно круглой спиной медленно приподнимаемся вверх. Немного передохнули. Берем палочку, подходим к стене. Таз подкрутили вперед. Поясницу плотно-плотно прижали так, чтобы здесь рука не проходила. Прижимаем лопатки, плечи и затылок. Не макушка, а затылок. Затылок так, чтобы у нас с вами подбородок был
параллельно плоскости пола. Палочка перед собой, отходим от стены и делаем еще раз. Поясницу прижали, раскрыли грудной отдел, прижали затылок. Следующее, берем палочку, дышим, дыхание не задерживаем. И начинаем движение вверх, выполняем 4 раза. Следим за тем, чтобы ваша поясница не от стены не отсоединялась. Прижимаем поясницу к стене, это очень важно. Усложняем движение, поднимаем палочку выше и опускаем вниз. Поясницу все так же мы держим у стены, дышим, дыхание не задерживаем, выполняем 8 повторений, дышим, дыхание не задерживаем, подбородок вверх не поднимаем. Устанавливаем палочку над головой, предплечье прижато к стене, поясница прижатая, и начинаем движение вниз и вверх, вниз и вверх. Следим за поясницей, поясница плотно прижата к стене. Дышим, дыхание не задерживаем. Хорошо, аккуратно опускаем руки вниз, палочку кладем, ягодицы у нас около стены, ноги ставим шире, опираемся на бедра и вытягиваем, делаем прогиб и круглая спина. Передохнули, хорошо. Стопы возвращаем в исходное положение, параллельно друг другу на ширине таза. Присоединяемся к стене. Подкрутили таз вперед, поясницу прижали, раскрыли грудной отдел. Затылок прижали. Без палочки выполняем упражнение. Сначала одна рука вверх, предплечье идет по стене в центральную линию. То есть мы руку направляем не в сторону, а в центральную линию. Одной рукой делаем 6 повторений и другой. Выполняем 6 повторений. И одновременно двумя руками 6 повторений. После чего очень аккуратно отходим от стены. Спина у нас некоторое время будет очень-очень ровная. Делаем глубокий вдох. С выдохом руки направляем вперед, параллельно плоскости пола. И лопатки отводим от позвоночника. Растягиваем весь грудной отдел спины. Одной рукой берем за запястье и вытягиваем лопатку в потолок. Дышим, дыхание не задерживаем. Руки в замок перед собой и в другую сторону. В центр. И аккуратно выпрямляемся. Берем палочку, устанавливаем ее перед собой и очень аккуратно, теперь у нас с вами очень-очень ровная и красивая спина, встаем и начинаем выполнять движения. В сторону, присоединили, приподнимаемся на носочки. Одной ногой работаем. На носочки вверх, в сторону, вверх. Еще раз в сторону, 4 раза в одну сторону и 4 раза другой ногой. Подъем на носки. Обращаю ваше внимание, чтобы у вас стопа не ходила вправо-влево. Достаточно жесткие стопы. Хорошо. 4 раза в одну сторону, 4 раза в другую. Следующее движение на носочки. Ровное положение спины и ногу отводим назад на носочки и одна нога назад. Ногу отводим назад, носок направляем внутрь, поднимаем ногу так высоко, чтобы напрягалась большая ягодичная мышца. 4 раза в одну сторону и 4 раза одной ногой, 4 раза другой. Повторяем этот круг еще один раз
Сначала в сторону одна нога, в сторону другая нога и назад. Закончим нашу тренировку приседаниями. Ровное положение спины, палочка перед собой. И начинаем приседать вниз и вверх. Не спешим. Следим за положением спины. Макушка вверх, подбородок слегка приподнят. Мышцы живота напряжены. Копчик направляем вниз, таз выходит вперед. Колено направлено в одну плоскость с мыском. Выполняем 15 приседаний. После чего аккуратно собираем стопы, кладем палочку, стопы разводим широко и наклоняемся к одной ноге. Очень аккуратно, спокойно, если у вас давление, то высокое давление, то лучше не наклоняться вниз. Наклонились к одной ноге, в центр, центр. И очень аккуратно к другой ноге. Наклон делаем за счет живот, тянем к бедру. Ровная спина. Снова наклон в центр. Стопы собираем. Аккуратно ноги сгибаем в коленях. Руки ставим на бедра. И очень аккуратно и медленно выпрямляемся. Делаем глубокий вдох. И выдох. Спасибо всем, кто занимался со мной в эфире. Всем хорошего настроения, крепкого здоровья. Увидимся на следующих занятиях.